Аўтапрабег як спосаб падтрымкі міру, стабільнасці і бяспекі ў краіне. Гомельскія вадзіцелі сёння запрасілі аўтааматараў стаць у калону пад беларускай сімволікай. Да ўдзельнікаў акцыі далучылася і наша здымачная група. Дзясяткі машын з дзяржаўнай сімволікай сабраліся за тэрыторыяй горада. Арганізатары акцыі – звычайныя гамяльчане, якія вырашылі такім чынам выказаць сваё меркаванне. Умова ўдзелу ў прабегу – не закрываць нумары, уключыць святло і не сігналіць. Арганізатары і ўдзельнікі адзначаюць, што такім чынам яны хочуць паказаць адзінства беларускага народа і яго згуртаванасць. Яны спадзяюцца, што атрымаецца не дапусціць расколу ў грамадстве. Мы актыўна ўдзельнічаем, пачынаючы з 10 числа, падтрымліваем курс, пастаянна маніторым, што адбываецца ў нашым горадзе, гатовы заўсёды ў неабходны момент выйці, падтрымаць маральна, фізічна, сваімі дзелами. Мы за єдиную Беларусь, мы за порядок. Маршрут удельники проклали таким чином, как закрануть основные улицы областного центра. Ильича, площу Ленина, Советскую. Финальная кропка аутопробегу – братская могила воинов, которые загинули при вызволении Гомеля. Тут удельники акции усклали кветки до мемориалу и ушановали память тех, кто загинул. Вы знаете, в нашем красивом благоустроенном городе очень много захоронений и памятных мест, которые необходимо посещать различные праздники. На данном месте мы находимся на памятнике, который был воздвигнут в честь тех людей, которые замучили в годы Великой Отечественной войны. Вы знаете, вот это мероприятие, которое мы организовываем, которое мы проводим, это наша дань памяти, и мы не хотим, чтобы впредь на нашей земле под другими флагами проводились какие-либо мероприятия. Вчера мы присутствовали на очень грандиозном мероприятии, событии, мы открыли наш флагшток, на котором водрузили флаг, под которым многие принимали присягу, многие достигали своих побед, как спортивных, так и других. После закончения мероприятия удельники аутопробегу долучились до шествия за мирную Беларусь. Жыхары Гомеля разного возраста с державной символикой прошли по улицах областного центра и усклали кветки до вечного огню. Мы пришли вместе с группой, с нашим колледжем, почтить память солдатам, которые погибли за нашу жизнь, которые воевали. А мы пришли возложить цветы, потому что мы чтим и помним их всегда. Вероника Гамзюкова, Василий Сипцов, телерадиокомпания «Гомель».